Приднестровский ансамбль танца и народной музыки «Виарика» выступил с концертной программой в Бендерском дворце культуры имени Павла Ткаченко. Ансамбль был основан в 1945 году в Тирасполе как коллектив художественной самодеятельности. Коллектив неоднократно становился победителем различных республиканских и всесоюзных фестивалей и конкурсов. Среди самодеятельных художественных коллективов выступал с концертами в Советском Союзе и гастролировал за рубежом. География выступления охватывает Кубу, Филиппины, Турцию и другие страны. Thank you.
хотим принести свой подарок женщинам, всем жителям Приднестровья, всем жителям Бендерчан. Хочется порадовать их души, хочется повеселить, по-настоящему, чтобы почувствовали приход весны. Например, какие национальности у нас живут на территории Приднестровья, мы стараемся так и знать. То есть русские, молдаване, болгары, цыгане, украинцы и так далее. У нас есть примерно все танцы народов, которые живут у нас. В репертуар ансамбля входят фольклорные танцы разных народов, гуцульские и молдавские танцы, болгарская, венгерская и цыганская танцевальные сюиты, хореографические постановки на русские и украинские темы, а также оркестровые обработки народных мелодий и народные песни, исполняемые вокалистами. Костюмы для артистов создаются по эскизам, передающим особенности национальной одежды. Хочется пожелать им весеннего настроения, хочется пожелать здоровья, счастья, удачи. Удачи, благополучия во всем, чтобы все были здоровы. Хорошего настроения, весеннего настроения, улыбок, добра, мира, тепла и, конечно же, здоровья. Девочки, поздравляю вас с 8 марта, желаю вам счастья, здоровья, любви побольше и всего наилучшего. В состав ансамбля входит оркестр молдавских народных инструментов, в котором играют виртуозы, обладающие чувством национального звукового колорита и владеющие специфической манерой игры, свойственной молдавским лаутарам. Успешные фестивальные поездки сделали коллектив широко известным, а его мастерство достигло степени совершенства.